Желающие трудоустроиться без работы не останутся. В Самарской области более 4000 предприятий готовы предложить рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья. Уже работает закон, обязывающий предприятия численностью свыше 100 человек сохранять рабочие места для инвалидов. В июле начнет действовать поправка, согласно которой трудоустраивать людей с ограниченными возможностями здоровья обяжут и организации, коллектив которых насчитывает не менее 35 сотрудников. В общей сложности для инвалидов появится около 15 тысяч рабочих мест. Это огромная поддержка для инвалидов, так как они наиболее уязвимые категории населения именно для трудоустройства. И вот именно квотируемое рабочее место, оно позволяет инвалиду работать, и предприятие берет к себе на работу именно такого человека. Чаще всего инвалиды занимают должности бухгалтера, кладовщика, секретаря, делопроизводителя. Иногда работают на дому. Но прежде чем человек начнет жить полноценной трудовой жизнью, важно решить самую главную проблему. Боязнь людей с инвалидностью вообще заниматься трудом. Во-первых, они считают, что они изначально уже никому не нужны, а программы государственные дают им понять обратное, что действительно государство думает сейчас об инвалидах и создает для них все условия. Но психологически этот барьер очень трудно преодолеть. Те, кому удалось справиться с предубеждением, работу находят. В прошлом году трудоустроились около 500 инвалидов. Всего же в Самарской области проживают более 70 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. И только треть из них трудоустроены. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.